Грядут большие перемены. Пожалуй, главный референт всех новостей про здравоохранение. Одна из основных. К 1 января все муниципальные больницы поменяют свой статус. Все лечебные учреждения должны вернуться в государственную собственность. Вы знаете, что муниципальное здравоохранение есть государственное, есть субъектовое, как представители государственного здравоохранения. Этот закон должен был быть выполнен к 1 января 2013 года. До Нового года лечебным учреждениям, меняющим свой статус, необходимо оформить земли и постройки в собственность государства. Но во многих районах к такому повороту событий оказались не готовы, и процесс переоформления может затянуться на целый год. Впрочем, весь этот переход и возможные бумажные проволочки ни в коей мере не отразятся на пациентах. Не меняется закрепление населения, особенно первичной медицинской помощи. Оно не меняется. Естественно, в связи с тем, что под крыло Минздрава переходят лечебные учреждения, бывшие до этого на балансе городов и других муниципальных образований, работы и забот прибавятся. В первую очередь возрастет финансовая нагрузка, тем более, что многие больницы требуют серьезных денежных вливаний. Сегодня износ основных фондов в здравоохранении. 100% износ существует почти в 75%. Это касается всех. Но, как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Требования федерального законодательства исполнять необходимо. Да, предстоит большая и тяжелая работа. Но, несмотря на объективные, а порой и субъективные трудности, выстроенная вертикаль в конечном итоге должна будет сработать на главную цель – улучшить качество и доступность медицинской помощи каждому жителю Оренбуржья, как бы далеко он ни проживал от областного центра. Александра Петренко, Виктор Яковлев, Новости дня.